что не стоит говорить в глаза, вот как вы считаете? Правду. Любую правду не надо говорить, нужно сначала придумать хорошую форму. Да, я всегда вру. Что-то неприятное людям. Например, вы грубите, вы плохо выглядите, вы еще там что-то. Ну, конечно, если человек свинячит, я скажу ему в глаза об этом. Надо просто включить голову и по обстоятельствам уже подбирать слова. Особенно, когда знаешь человека, то тем более надо включать голову. Хорошее в последний момент только говорить правду. А плохую, сразу лучше сказать. Девушка, допустим, плохо готовит, не нужно, да, ей говорить? Не, я вот, допустим, говорил, это, конечно, плохо выходит, все в копеечку, зато правду говорил. Наверное, неприятные вещи. Касательно внешности, например, каких-то привычек человека, это личное дело каждого. Я думаю, что ложь не надо говорить, потому что ее очень легко раскрыть. Большая часть правды. Если что-то неприятное... Например, по поводу новой одежды или внешнего вида. Не, внешне лучше сразу все говорить, как есть. Надо говорить всегда правду. Правда, она тоже бывает разная. То есть, если там по поводу внешности, в лицо ничего не надо людям говорить. А по поводу каких-то внутренних, может быть, недостатков, которые нужно изменить, то, в принципе, почему бы и нет. Если не сказать, они так и будут по жизни идти напролом и считать, что только они пуп земли и все на этом. Все стоит, вообще правда особенно. Матершинные слова, если только, да. Но вы не материтесь? Нет. С моей работы точно матерюсь. Так нет.